На нашем фюлингезее водятся черепахи. А кто не верит, сейчас побачит, как говорится на русском, in life. 12 апреля одна водоплавающая черепаха решила таки отпраздновать Остерн. Черепаха представилась кёльнской тротилой. Вот она, собственной персоной. Und dann ließen wir die alte Dame frei. Отпускаем нашу черепашку. Отпускаю же. Мы люди культурные, отдыхать умеем. Может, ее на место отнесешь проще, Андрей? Отнеси ее на место, что-то не то. Die Schildkröte schwamm auf der Oberfläche wie ein Stück Scheiß. Но она плохо соображает, ты видишь? Вот она немножко вроде как бы что-то делает. Но она плохо соображает, потому что, видать, после спячки или что. Глаз у нее второй вообще не открывается. О, о, бачишь, гребет, гребет. Дальше без комментариев понятно, что черепаха вообще и не рыба, и не мясо. Вот такое у нас произошло знакомство с отмороженной Шильдкрётой.